это город Саратов и ЦСКА город Москва. У пасов игроками армейского коллектива можно вспомнить, что есть такой футболист. Ой-ой-ой! Почему никто не встречал Танжера? И он выполнил эту шедевральную бисиклету. 1-0. Только я хотел говорить о том, что на самом деле вот за сыгранные минуты, да, несмотря на перестановки тренерской. Что касается азербайджанских легионеров, которые могли бы игроков сборной Азербайджана прийти в ЦСКА, попадет мяч в сетку, не достает кошарный. У нас нет системы ВАР, видеопомощи рефери, поэтому дождемся повтора. Саталкин. Тезка показывает на центр. Егор. Два мяча. Оба в исполнении бразильцев. А мы ждем. Момент калоши! Он калошин. Если мне память не изменяет, он бомбардир ЦСКА. Диси. Есть, можно сказать, что... Не сказать, что вот сильно момент. Уступают армейцы. Вот он момент, Антон Калошин, да, автор первого, пока единственного забитого мяча. Пока не знаю, по какой причине... Не выступает в своем родном Санкт-Петербурге за Дельту. И сейчас Калошин и Семенов делают второй гол для ЦСКА. 2-2. И я бы обратил внимание, как Семенов перед этим аутом, который разыгрывал Антон Калошин, призвал Антона: не торопись, подожди, я сейчас подойду, вместе разыграем и после этого проведем атаку. Загадывая уже... На третий даже период, главное, чтобы армейцы сохранили силы, а это гол имени Егора. Двоих накрутил Егор и отправил мяч в ближний угол. Можно сказать, что разворачиваясь, да, от него отлетели соперники. Мхатовская, бразильская пауза Егора. С игровым снарядом Руслан Телецкий начинает атаку передачи на левый край. Андреев в центр на Тангера. Тангер развернулся и очень технично кладет мяч в угол ворот Станислава Кошарного. 4-2. Ну вот теперь это больше похоже уже на Дельту, на вице-чемпиона страны, который создает моменты и который их реализует. Андреев. Песок тяжелый. Андреев на Егора. Егор с правой. 5-2. Изумительная передача Андреева. Есть ощущение, что в третьем периоде уже особенно выкладываться ЦСКА и не придется. Разница уже трех мячей достигает. 3 с лишним минуты играть еще. Видите, в любом случае не стоит расслабляться. Как бы там ни было, Тангер переход. Выраженную схему 2-2, но сейчас аж трио игроков в темной форме располагалось на одной линии. И Панкратов забивает. После удара Владислав Аксенов бил по воротам и по хоккейному подставил клюшку Андрей Панкратов. 6-2. Похоже, в нашем матче многое определено с точки зрения исхода. Ну и чувствуется. Вернемся к нему после удара Калошина. Это и бывали эпизоды, когда... Как смотрится Фоминым. А в итоге пробивает на силу. Зачем смотреть на вратаря, когда вот такой, ну буквально не берущийся удар. Виталь, как ты не понимаешь, чтобы обмануть голкипера как раз? Мне кажется, на публику играл. Делать полный. Конечно.